В Пицунской средней школе номер 2 прошло мероприятие, посвященное реставрации бюста видного государственного политического деятеля Абхазии, Грузии, Азербайджана и Закавказской Федерации, чье имя носит Пицунская вторая школа Алексея Сергеевича Агарба. Еще в 1966 году имя Алексея Агарба было присвоено Пицунской средней школе номер 2. Здесь также был установлен его бюст. Он реставрировался периодически силами местной администрации и школы. Однако в последние годы состояние бюста заметно ухудшилось. В результате политических репрессий 30-х годов Алексей Агарба был расстрелян. Случилось это 80 лет назад, 21 апреля 1938 года. В память о нем не так давно силами родственников и однофамильцев Алексея Сергеевича была осуществлена реставрация бюста и постамента, установленных в школе. А 30 апреля в школе прошло мероприятие, посвященное открытию бюста после реставрации. В нем приняли участие родные и близкие однофамильцы Алексея Сергеевича, руководство Гагарского района, города Пицунда, села Алза, общественность, учащиеся школ. Сегодня день встречи здесь посвящен реставрации этого памятника. Открытие памятника было еще при советской власти. Дорогие мои хорошие, дорогие учащиеся, школа номер 2 Пицунда, чье имя носит Алексей Сергеевич Агарба. Большое вам спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливыми, будьте радостными, радуйтесь своими успехами своего знаменитого педагогического коллектива Пицунских школ номер 2. Затем школьники прочли стихи, а также возложили цветы к бюсту Алексея Сергеевича Агарба. Алексей Сергеевич Агарба родился в 1897 году в селе Лза Гагарского района. С 1917 года работал учителем в родном селе. Был председателем Алзанского комитета общественной безопасности. До 1920 года участник подпольного революционного движения в Абхазии. В период правления меньшевиков в Грузии по заданию Гудаутского подпольного большевистского комитета служил заместителем начальника уездной милиции. В июне 1920 года был арестован и заключен в тюрьму. В марте 21 года был освобожден после установления советской власти в Абхазии и назначен председателем Кадорского уездного ревкома, затем исполкома. Занимал многие ответственные должности. Был вторым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Азербайджана, первым секретарем Абхазского областного комитета Коммунистической партии большевиков Грузии, председателем Центрального исполнительного комитета Абхазской ССР, избирался членом ЦИК СССР 7-го госсозыва, награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя знаками «Почетный чекист». В сентябре 1937 года арестован и расстрелян 21 апреля 1938 года по обвинению в создании в республике контрреволюционной буржуазно-националистической организации, посмертно реабилитирован. Алексею Сергеевичу Агарбе установлен памятник в Пицунде и названа одна из улиц в его честь.